Тревожное сообщение пришло этим вечером из Мариуполя. Там похищен корреспондент агентства «Анна Ньюс» и сотрудник информационного центра «Юго-Восточный фронт» Влад Александрович. Владу всего 16 лет. Он так называемый стример, то есть человек, который через мобильное устройство организует прямую трансляцию происходящего в интернет. Именно благодаря ему весь мир увидел вот эти кадры, когда 9 мая украинская бронетехника открыла огонь по людям в центре Мариуполя. К нам обратились друзья и коллеги Влада. По их информации, к его исчезновению может быть причастна Национальная гвардия. Они также не исключают, что к журналисту могут применять пытки. Вот что рассказала нам мама Влада Александровича. Мы пришли посмотреть соревнования, и он буквально оставил все вещи и говорит, я через 5 минут буду. То есть, и все. После этого я его уже не видела. Я вас очень прошу. Уже просто нет сил.